Лучшие в туристической отрасли республики. В Мариэл в рамках ежегодного конкурса выбрали лидеров туризма. Как рассказали в региональном Минспорттуризма, в этом году на участие было подано 26 заявок, что в два раза больше, чем годом ранее. Лучших определили в 5 номинациях. Выбирали лидеров среди отелей, туристических объектов, а также представителей профессий сферы туризма. Лучшим экскурсоводом стала Юлия Хорошавина. В номинации «Открытие года» победил отель «Эргард». Лучшим средством размещения стала экоферма «Заозяково». Также был определен лучший сувенир, изготавливаемый в Мариэл. А лучшим объектом туристического показа в 2022 году стал замок Шереметьево. Действительно, в этом году музейный комплекс принял максимальное количество туристов – около 40 тысяч человек. Этому способствовало в том числе и открытие речного маршрута в Юрино из Нижегородской области. Теперь жители из соседнего региона активнее посещают усадьбу. Власти Мариэл планируют расширять туристический потенциал этого места. Замок у нас действительно является очень посещаемым. Ну и в этом году Юринский район у нас получил новое направление развития с точки зрения запуска Валдаев из Нижнего Новгорода, а также небольших прогулочных теплоходов из Чебоксар. За период навигации к нам прибыло порядка 100 валдаев. Количество туристов на них составило 4000, то есть их загрузка составила 100%.